откуда старое здание. Оно закрыто. Мамашулы улица. Так, куда мы сейчас гонять будем, посмотреть? Ничего лишнего снимать мы не будем. Савдеповскую старую. Памятник Ленину. Ну, наверное, на этом месте мы и закончим нашу экскурсию. Чтобы нам лишнего ничего не снять. Вот. Ну, что-то будет, если интересно, я сниму. Вот. Видосик получился со мной. Не буду я видосик снимать. Вот. Здрасте. Вот Владимир Ильич Ленин, людоед. Ну все, с вами был Дарда Стар. Увидимся, услышимся. Вот как обычно попрощался и еще увидел интересное место. Сейчас я сверну с трассы, ну, с улицы до стык при Озерске. И поехал на берег. Вот там какая-то стоит мачта, видите? Интересно. Сейчас посмотрим. Приозерск, видите там? Это типа Останкинская башня такая, стилизованная. Совковая. Так, там нельзя ездить, мы поэтому и паркуемся тут. Так, нам бы где-то снять. Ой.
снять бы нам где-то отельчик или до Балхаша уехать. 120 километров, в принципе, время это мало еще. 6 часов. Часов до 8 доеду, в принципе. Да? Кто не был здесь, да хоть посмотрите, что за город такой Приозерск. Вот видите, какая красота. Скалы, берег, море. В смысле, Балхаш, озеро. Скальные станции, видите, какие красивые. То есть геологию можно по ним изучать. Вот. Чувак в желто-блакитной футболке и шортах, короче. Флаг Казахстана. На бирюзовом фоне золотое солнце и Беркут. Купаться нельзя. Нельзя. Нельзя купаться. Вот такая аллея. Тут. Ну аллея вот, только зелени мало, ну ничего. Тут колонна, освещение, все дела, беседочка есть. Волны прям, как на море прям, да, такие белые барашки на них, все дела. Все как полагается. Все как полагается. Тут и Ленин стоит, и все прям как такой заповедник совка, лайтовый как бы, да. Ну вот. Вот. Нифига не совок. Крутая страна Казахстан. Алга Казахстан. Вот. Вот такая вот тема. Парочки гуляют, да, вечерами там. О, надо туда спуститься. Такие красивые прямо, да? Вот, круто-круто прямо. Такая площадочка. Офигеть, вот я не зря сюда поехал-то. Волны бьются о берег морской. Так. Вот в такую бухту крутую спустился, смотрите. Огорожено, чтобы туда не ходили внутрь. Ну, вниз. Вот оно. Алга Казахстан. Вот такая бухта. Волны прям бьются о берег. Круто-круто, да? Приозерск это вот. Приозерск. Тоже селфи делаю там такие.
Ну прямо круто сделали, да, вот этот спуск сюда. Прямо оно все нормально. Волны бьются там, скальные останции такие крутые прямо. Вообще прям по-бийски прекрасно. Вот такая тема. Пла Казахстана развивается. Здрасте, а тут где-то есть какие-нибудь гостиницы или отели там, тырки? Тоже проездом. А, вы тоже проездом, да? Мы комнату сняли. Гостиница где-то есть. Там вон тот отель Балхаш. Оздоровительный. 25 тысяч мест. О, а это вот? Не были там? Отель Гранит. Нет, там не были. Там не были, кстати. Вон квартиру сняли. Что-то дорого? 16 тысяч. 16 тысяч, да? Нет, 8. Квартира 8. А, понял. Да. Сутки. А гостиница 16. А, понял. А вон тут это, дом отдыха. А да, который вот он? Балхаш. А его что-то не видно. Как не видно? Вон он живет. Нет, его не видно отсюда. Там сколько? Там 25, да? Там 25. О, дорого, нафиг. Это вот, ты прямо едешь. Ну там дикари, там в палатках живут, туда-сюда. Да. Рядом, а там... Квартиру лучше снимите. А ты на каком сайте тут? Улыкс? Нет, не Улыкс. Крыша КЗ? Телефон дай, может у него еще есть квартира. Да, вот мы у него это самое. Ага. Запишем? Сейчас. Это вот центральная площадь Приозерска. Дворец офицеров. Детишки катаются. Вот. Фонтанчики. Беркут. Вот. Вечер вот уже. 7:30 почти. Торговля тут идет в полный рост. Таксисты, как обычно, тусуются. Снял вот такую квартиру за 7 тысяч, короче, в Приозерске. Там у меня винишка стоит. Винишка называется Бахус Сапирави. Это казахстанское, как бы, да, производство. Я пью вино только казахстанское сейчас здесь. Ну, полусухое, чтобы утром не болеть. И вот такой вид у меня из окна, с 5-го этажа. Смотрите, какой крутой. Там Балхаш видно.
Какой закат, чудесный, прямо невозможно как, круто. С пятого этажа, смотрите какой вид. Вот такой вид с пятого этажа. Там детишки гуляют, парочки гуляют. И вот такой закат, прямо бомбический, прекрасный. Невозможно прямо, вообще прямо фантастика. Вот. Телебашня стоит какая-то тут, непонятно. Вот. Вот такой вид, прямо не могу налюбоваться. Все, вот такой вид вечерний. Сольем Курматов за стар. Вот спускаясь по такому совдеповскому подъезду, стенки, как положено, масляной красочкой, бетонные ступени, вышерканный побеленный потолочек, деревянные рамы, все как положено, видите? Смысл в чем? Я вчера катался по Приозерску, так, короче. И много заезжал куда, ну я же люблю куда-нибудь залезть там в какие-нибудь дебри. И много заезжал всякие эти, как сказать-то, ну по камням, по всяким там, на пляж там куда-то, ближе там к озеру туда, вот такая дверь. Шикарная дверь, видите какая. Вот. Ступени шикарные. И много-много куда, короче, залазил во всякие дебри. Ну не суть. В смысле... По камням битым, по чё-то, всякой фигне такой. Вот, это я тут дом, квартиру снимаю. И, короче, это... Сейчас пойду мусор выкину сперва. И смысл в чем? Колесо что-то у меня опять в жопу так болтает. Я такой, да чё за фигня? Раз, пощупал пальцем, вроде как это... Мягко как-то. У меня с собой есть ремкомплект там, и насос и такое. А я в городе думаю, ну зачем буду, как бы, да, тут я выеживаться, скажем так, если можно к профессионалам обратиться. Это на экстренный случай, как бы где-нибудь по трассе, в степи, там, когда никого нету. Я узнал у местных, где тут шиномонтажка, заехал. Там мужик меня, короче, проверил, давление вообще почти ноль. Короче, он меня поставил, нашел, водой полили колесо, оно вот так, ну, как бы поливаем колесо, крутим его, короче. И где пузырьки идут, там дырка. Нашли две дырки. Одна большая, другая поменьше. И вот большую мы, короче, жгут поставили. И, значит, это... А маленькую потом еще нашли, такая, как иголочка, чуть-чуть там. Говорит, давай пока не будем эту, до утра если не спустят, пускай. Я говорю, ну давай. И вот я сидел ночью, думал. Винца там выпил, бокальчик. Думаю, господи, как я сейчас ехал. И у меня вариант такой был. Отремонтировать колесо, доехать до Караганды, там купить новое, поменять. Но я 500 километров до Караганды, даже 500 с чем-то. 600. Не доеду, короче. Вот, вроде нормально, но не доеду, в общем. Мне ближе до Алматы, ну, в смысле, не ехать. Я позвонил туда, где переднюю шину брал, Митас. Я позвонил туда, в этому парню, в фирму, ну, как бы это. Я говорю, слушай, такая тема, колесо туда-сюда, объяснил ему ситуацию. Он говорит, давайте, типа, пошлю. Ну, ты оплачивай, сейчас тебе пришлю ее, как бы, сюда. Оно либо сегодня вечером придет, либо завтра утром. Я такой, давай, что? Ну, так я и хотел. Вот. А тут мы его перебортируем, короче, с тем мужиком. Вот. Так что мы сейчас... Я квартиру, короче, сейчас с утра еще продлил себе на сутки, короче. Тут при Озерске завис я, в общем. И это... Ждем колесо. Колесо придет, мы его перебортируем. И поедем дальше, значит, домой, в родную Астану, вот. А сейчас пока просто погуляем. Ко мне тут подписчик вчера, как бы, это, позвонил вечером, он в Приозерске живет, и служил здесь, что ли, что-то такое. И вот сейчас я ему позвонил, мы пойдем с ним где-то погуляем, пообщаемся, и он мне рассказывает многое, как бы, про этот город. Ну, как, родители тут у него похоронены, вроде как, он сказал. И жили они здесь, там, да.
Ну, в общем, такие семейные как бы тайны. Вот. В общем, так что это. Вот. Аркабжан Кашкарбаев, улица 7-1, а у меня 7-2. Вот. Вот здесь помнят и чтут героев. Вот этот человек поднял первым флаг над Рейхстагом, как бы. В России этого не знает. Я думал тоже, как бы, что Егоров и Кантария. Потом разные версии были. А на самом деле Кашкарбаев. Вот есть в Астане памятник ему. И есть улица. Или проспект. Ну, короче, большая-большая улица. Вот, по-моему, проспект. Ну, не суть. Главное, это есть увековечено. И памятник крутой прямо. Вот. Все. Исследуем дальше, короче, тут обычные приключения, как всегда, короче, вообще трэш. Ну, тот город интересный очень. Он такой заповедник совковой эпохи. Тут был куда ракетный полигон, тут всякие эти стояли. Части военские туда-сюда. Ну, и это, как бы, мне интересно вот время в той эпохе, как бы, да. Вот. Много развалин вот этого всего. Тут много ракет стояло, вот этих вот ядерных всяких там туда-сюда. Ну, сейчас попробуем сходить там, где я там видел вчера. Даже вроде корпус валяется на складе. На базе. Вот, так что это. Все, пошли мы дальше. Вот гуляю пешком по Приозерску. И вот, смотрите, тут стоит Пушкин. Вот. Русский мир здесь не щемит. А там Абай стоит, по-моему. Сейчас сходим к нему тоже. Это я пешком гуляю в ожидании камеры, как бы, да. А не камеры, мотошины. В ожидании мотошины с Алматы. Пешком гуляю по Приозерску. Раньше был закрытый военный городок. Вот. Тут стояли советские части. Там с ракеты туда-сюда, вот это все. Ядерное там, это все. Тут был супер-супер секретный город. Тут, короче, это пропуск был такой железобетонный, как бы, да, чтобы сюда попасть. То есть. А сейчас, пожалуйста, заезжайте, приезжайте. Тут, смотрите, что. Тут очень крутое озеро. Очень крутые пляжи. База отдыха крутая. Золотой пляж классный, как бы. Городок уютный, такой чистенький, маленький. Вот, видите. Мечеть, православный храм. Все-все-все есть. Абай, видите. Я вчера на мойке проезжал, видел, что Абай стоит. Вот. В тюбетейке абайской. А Пушкина-то я не видел. Вот сейчас увидел. Видите? Так что вот. Такой тоже заповедник соцреализма. Но город теперь развивается. Казахские традиции тут чтут. Все хорошо в этом плане. Ну, в смысле. Никак, знаете, города вот, допустим, пропало. Ну, закрыли предприятие, допустим, да? И город потихоньку загнивает. А тут нет, тут. Ну, старые здания рушат, которые не нужны, допустим. А новые, пожалуйста, строятся. Отели вот есть, все как бы хорошо в этом плане. Работа и вон кипит. Детишки гуляют. Вот. Травка поливается. Кустики подстригают, как бы, все-все в этом плане хорошо. Вот. Все, зеленый свет. А мы так пойдем. Гулять.